Раз, два. Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Ты чё? Ты чё, типа, мне петь мешаешь? Сына от него хочу я. Зачем ты невесту избила, а? Во где уже у меня эти твои свадьбы и дни рождения, ясно тебе? Я уезжаю. Стоять! Куда это ты уезжаешь? В Москву. В театральное буду поступать. Привет, тетя Юля. А тебя кто звал, что ли? Ладно. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Так, ну это понятно. А еще что-нибудь есть у вас? Слушай, а не хочешь роль стола? Стола. Привет. Здрасте. Ты завтра в 8 вечера что делаешь? Ничего не делаю. Ну только встречаемся. Согласна? Что вижу, то пою. Несу я всякую ерунду. Что вижу, то пою. Жизнь, она как коридор. Идешь по нему, а слева и справа двери открываются. Дверь – это возможности. От тебя зависит, зайти в эту дверь или нет. Давай, давай! Даниле Козловскому привет передавай, идиотка! Что вижу, то пою. Хрен я вам вернусь. Подождите, у меня же еще стихи есть. Девушка, мне же еще нужно вам ванный дух показать. Какой еще ванный дух? Мужчина, подождите. Что вижу, то пою. Можешь крикнуть, как чайка. А-а-а. Громче, громче. А-а-а. Кричи, кричи, кричи. Громче, громче. А-а-а. Неплохо.